И новость последнего часа. Украинские силовики приняли предложение ополченцев предоставить жителям Дебальцево возможность покинуть город. Об этом заявил представитель Минобороны Донецкой Республики Эдуард Басурин. По его словам, люди могут выбрать, куда им ехать. Часть выделенных автобусов отправится в ДНР, часть на территорию, которая сейчас находится под контролем киевских подразделений. Басурин также сообщил, что в течение дня силовики пытались прорваться из района Дебальцево. При этом их потери составили 17 человек убитыми и ранеными. Завтра будет предоставлена возможность жителям города Дебальцево, те, которые хотят выехать из города по направлению республики, им будет предоставлена такая возможность. Будут предоставлены гражданские автобусы, которые из этого города в определенное время смогут выехать по направлению к Углегорск, дальше в Горловку. Такие же автобусы, опять же, желающие, будут выдвигаться в сторону Артемовска. У людей есть выбор. Так как было раньше, такого нет. У людей сейчас есть выбор. Украинская сторона на это впервые за все время украинская сторона согласилась на это.